Приглашаем вас на виртуальную экскурсию по образовательному порталу дети.мосмето.ру. Образовательный портал «Игры и занятия для дошкольников» создан для воспитателей дошкольных групп и родителей детей дошкольного возраста. На главной странице портала представлены разделы «Игры и занятия», «Детский календарь событий», «Проекты», «Открытые интернет-ресурсы для детей и родителей», «Курсы», «Эксперты» и другие. Открываем вкладку на главной странице или на верхней панели «Игры и занятия». Перед вами появятся картинки с названиями месяцев. В этом разделе публикуются еженедельные тематические подборки и материалы авторских рубрик данного месяца. Обновление рубрик происходит один раз в начале недели. Все материалы подборок прошедших месяцев активны. Познакомимся с подборкой. Перед вами тематическая подборка с материалами городских проектов и конкурсов. Читаем вместе с детьми. В данной подборке публикуется список детской литературы, рекомендуемой для чтения детям в возрасте от 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет и с 5 до 7 лет. В рубрике «Учимся играть дома» можно найти видеоролики об организации разных видов игр дома и в детском саду, рекомендуемые детям дошкольного возраста. В рубрике «Идем в электронный музей» размещены фотографии музейных экспонатов, видеоэкскурсии для детей, материалы для организации образовательной деятельности. Маршруты образовательных прогулок по столице можно найти в рубрике «Прогулки по Москве». А в рубрике «История моего города» вы узнаете, как рассказать детям дошкольного возраста об исторических событиях и местах нашего города. Автор рубрики «Взрослым о детях» Светлова Александрина Антоновна, кандидат психологических наук, рассказывает в короткометражных мультфильмах об особенностях развития детей дошкольного возраста. В авторской колонке вы найдете тематические материалы для детей и взрослых от экспертов портала «Дети Мосмитод». Например, в рубрике «Книжные истории» от Веры Ливенцевой можно найти видеоматериал для детей о творчестве детских писателей. А в рубрике «Творческая копилка» с Оксаной Светмедовой видеомастер-классы по продуктивной деятельности для детей. Все материалы наших авторов собраны в разделе «Эксперты». Практическим инструментом для организации образовательных активностей детей дошкольного возраста может стать раздел «Детский календарь событий». В соответствии с событием дня для вас подготовлены мастер-классы, образовательные ролики, интерактивные игры, подборки тематических материалов как для воспитателей, так и для самих детей на каждый день недели. Материалы распределены по рубрикам. Очень удобный навигатор, который позволяет выбрать дату, выбрать тип события. В календаре представлены 8 рубрик: юбилейная дата, юным исследователям, музыкальная гостиная и другие. Например, выбираем 10 ноября, Всемирный день науки. Нажимаем на картинку. И перед нами подборка материалов с активными гиперссылками по теме. Нажимаете на выбранный материал и переходите во внешний ресурс события. Таким образом, подборка познавательных образовательных материалов находится в одном месте, что значительно облегчает поиск материалов для вашей работы. События дня можно сохранить себе в календарь. Материалами можно поделиться в соцсетях, а также отправить письмо коллегам в рассылке. Следующий раздел «Рики рекомендует». Это раздел образовательных материалов для детей от партнера нашего портала. В этом разделе можно найти разные материалы с любимыми героями детских мультфильмов – фиксиками, смешариками. Следующий раздел – проекты. Здесь вы найдете информацию о дошкольных проектах городского методического центра.
Следующий раздел – курсы. Здесь находится актуальная информация о курсах повышения квалификации для воспитателей. В разделе «Ресурсы» полезные ссылки на открытые интернет-ресурсы и городские онлайн-сервисы для семей и педагогов. В разделе «Контакты» указан адрес электронной почты, на который вы можете присылать нам письма. Спасибо за внимание!